Так вот, в докладе не случайно ключевое слово, которое звучало, это развитие. Китай показывает всему миру, что в рамках глобальной экономики необходимо всем развиваться и вносить общий вклад в развитие всей нашей человеческой цивилизации. И здесь роль Китая, конечно же, огромна. И я уверен, что именно эта открытая политика будет способствовать тому, что все больше и больше людей будет понимать на примере Китая, что такое китайский социализм с китайской спецификой, как это помогает хорошо жить людям и как хорошо другим людям, другим народам с такой страной, которая демонстрирует открытость. Я считаю, что выступление генерального секретаря Компартии Китая на 20-м съезде – это дорожная карта будущего, и дорожная карта будущего не только Китая и китайского народа, но и всей цивилизации.